Имеется основание полагать, что Киташи были участник совершения аналогичных преступлений. Имеет обширные коррупционные связи, в связи с возможностью предполагать, что находясь на свободе, он может скрыться от органов следствия суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, воздействовать на свидетелей обвинения в целях изменения показаний, предупредить участников, которые в настоящее время не задержаны, о факте осуществления уголовного преследования, либо сообщить им информацию, ставшую известной в ходе производства с ним следственных действий, либо иным путем, воспрепятствовать производству по уголовному делу. В связи с этим следствие просит издать отношение подозреваемого меры пресечения для заключения под стражу. Судебное заседание следователь поддержал заявленный характер, указав, что причастность подозреваемых к совершению преступления подтверждается в том числе показания Городовского. Результатами оперативной деятельности показания свидетеля Ухова следователя на то, что в настоящее время все соучастники преступления установлены, осуществляются в доказательства, устанавливаются соучастники преступления. Прокурор поддержал ходатайство, полагав ее законом обоснованным, отметив, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения не имеется. Подозреваемый Китуашвили и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, отметив, что подозреваемый задержан без достаточных к тому оснований с нарушением норм уголовного процессуального законодательства. До этого следствия голословно, суду не представлены доказательства причастности подозреваемых к совершению преступления, как не представлены доказательства наличия оснований для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения без исключения под стражу. Китуашвили постоянно зарегистрирован, проживает в городе Москва, страдает рядом заболеваний, в своих выступлениях просили отказать удовлетворение ходатайства следователя, либо избрать в отношении подозреваемого меру пресечения, связанную с заключением под стражу, в том числе залог денег в размере 10 миллионов рублей, либо домашнего ареста по месту регистрации. Следователи и прокурор настаивали на избрании в отношении подозреваемого меры пресечения без заключения под стражу. Проверив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, приходит к следующим выводам. Судом установлено, что настоящее уголовное дело возбуждено в соответствии с требованием уголовного закона, вопреки другим сторонам защиты задержанных Китуашвили уполномоченным должностным лицом при наличии достаточных оснований для смотра статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также соблюдение требований статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации. Представленные суду копии материалов уголовного дела, в том числе показания Радовского следствия Ухова в результате оперативной расследовательной деятельности, свидетельствуют об основанности подозрения органов предварительного расследования, в частности подозреваемых к совершению преступления. Постановление следователя о возбуждении при всем ходатайстве об издании меры пресечения без заключения под стражу в отношении Китуашвили отвечает требованиям уголовного законом, но указаны основания мотивы применения меры пресечения заключения по стражу, изложены обстоятельства, в силу которых невозможно избрать менее строгую меру пресечения. Постановление представлено суду по возбужденному уголовному делу, следователем производства, в котором находится уголовное дело. В период срока расследования установлен законом срок, с учетом изложенного суд признает постановление следователя законом обоснованным. Согласно